Тренеры отделения баскетбола спортивной школы «Спартак» провели во взрослую жизнь выпускников. В этом году поздравления приняли девушки и юноши 2006 года рождения. Какой праздник устроили в их честь, покажем в следующем сюжете. Они сегодня не в красно-белой форме, а в вечерних платьях и строгих костюмах. 12 юношей и 12 девушек завершают 11-летнее обучение в спортивной школе «Спартак». В адрес главных героев звучат поздравления и напутственные слова. Не забывайте своих тренеров, своих руководителей, своих родителей, которые вкладывали в вас и все посвятили тому, чтобы вы стали такими прекрасными, хорошими людьми. В добрый час. Очень не хочу отсюда уходить, потому что этот выпуск руководство «Спартака» называет «золотым». В прошлом году они стали победителями первенства Московской области и Центрального федерального округа. Ребята очень хорошие. И мне радует то, что все, очень много из них хотят соединить себя со спортом навсегда. То есть кто-то попадает в студенческие сборные. Ну, вот так вот. В принципе, Малаховский институт физкультуры. Вместе с чествованием выпускников, подведение итогов очередного сезона и награждение лучших команд. По результатам этого года отделение баскетбола люберецкого «Спартака» заняло третье место в Московской области. На данный момент в спортивной школе азам этой игры обучается более 300 детей. Луиза Игиасарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.